Всем привет, друзья! Привет-привет! Очередная распаковка 10 коробок по 5 долларов потерянных посылок из магазина с потерянными посылками. Поэтому, нет, давайте вот, чтобы тут башня не упала, возьму самый высокий. Итого, посуда гремит, здесь что-то бьющееся, как все поняли. Смотрим. Пенопласт. Ой, иногда поначалу пенопласт я относился нейтрально, а вот... Не, мы радовались, потому что ценное, хрупкое. А когда стало его попадаться чаще, то мне вот что-то стало не совсем. Так, все, пустой пенопласт. Давайте сфотографируем, посмотрим цену, сколько стоит. Там что-то красивое. А, да? Ладно, давайте. Так уж и быть. Что там, кастрюля? Нет. Плафон? Да, и все? И все? И вот крепеж еще есть. Хотел так аккуратненько. Все, оставим его там. Итого. Смотрим. Вот такой вот у нас плафон, походу. Сейчас я даже быстренько произведу программу очумелые ручки. И... Так, осторожно. Соберу его. Убери пакет. О-о-о. Оп. Другое дело. Знаете, его ж можно не только использовать как плафон. Смотри, какая салатница. Салатница. Цветочница, ваза, да? Налил воды, поставил много цветов. Лорариум, да? Бокал. Наконец. Такой поварёшкой черпать. Там какой-то компот, шнапс и т.д. и т.п. Покажи, как оно на весу будет. Но на данный момент мы показываем плафон. Ну, обычный стандартный плафончик. Да, ничего особенного. Там, где там, туалет, ванна. Да? Ну да, где-то так, да. В принципе, хорошо, давай тогда фотографируем, посмотрим цену. Ну, тоже он, хоть и обычный, но я думаю, будет стоить в районе тоже 50-60. Потому что стекло, да. Не хрусталь. Нет, не хрусталь. На Амазоне, особенно с винтажной лампочкой, будет смотреться красиво. Ну, да, меняет тогда весь стиль. Угу. Кухня. Какие еще идеи? Разные лампочки можно, видишь, вкручивать. Разных цветов, от холодного до теплого. Ну, спальня. Вот коридор. Спальня, конечно, скромненькая. Так, в коридоре хорошо. Мы, в принципе, можем заменить. Да, она подходит под наш стиль. Да. Да, дело не в стиле, а вот плафон нам немножко все равно забирает и яркость. А прозрачное стекло будет нам давать все-таки, мне кажется, больше света. Вечером даже. Ну и сочетается с такими вот. Даже, да, не в коридоре, можем тут поменять, попробуем. А, что? У нас же тут три, а плафончик-то на одну лампочку, так что коридор. Подумаем. Да. Вот этот наш, да? Да. Или нет? Ну, брашт-никель. А, нет, здесь капельки, наверное. А-а-а. Да, а у нас без, вот этот. Да-да-да. Значит, вот этот, 49 долларов. Как я и сказал. $49. $49. Да. Уже глаз наметан. Давайте разгребаем. Ого! Тяжелое. Молодец. Театр одного актера. Да. Я думаю, Я думаю, напишут это все. Мухляш, иди учись. Так, хорошо. Открываем, что-то смотрим. Тканевая. Куртка. Куртка 100%. А что-то похожее. Цвет приятный. Так, ну. Теперь надо знать, для кого, на кого. Это спальный мешок для ребенка на коляску. Это не куртка. О, доставай. О-о-о-о. У нас такого нет. У нас только курточки, да? Одеяло. Да. И чем мы еще укутывали? Ледиком. Ну да, а комбинезон зимний. А здесь именно, ух ты, смотри, вау! Ой, цвет такой хороший, приятный. Да, ну, тут, типа, я хотела такое, да. Тут типа проходят от стройлера эти
ремни. Угу. Ой. Да? Смотри, лиса. Мне кажется... А мне, друзья, мне кажется... Я не думаю, что... Ну, так правдоподобно. Нет, 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 я не думаю. Так, возврат, не возврат, это могут и скинуть. Откроем, как-то откроем, тут посмотрим. Нету тут... Нет, все чисто, смотри. Еще не трогала да. Ни одно. Ой, нет, не, мы себе это оставляем да. Однозначно. Да, оставим себе. Так, липучки отлепить. Есть. И тут еще, видишь? Да. То есть, ну, блин, классно. Мягко там. И ручки, кажется, все будут запрятаны. Даже. А есть бирка посмотреть, какой наполнитель? Наполнитель, она... В пакете тут нету ничего. Ну, обычно где-то. Так, сам мешок сделан из пластика. Понятно. А, так это про этот мешок. Я поняла. А я думал, я такой в смысле думаю, что пластик. Ой, хорошая защита. Не, ничего тут не написано. Даже если один раз использовали, да. Ничего страшного. Я не думаю, что его использовали. Да, просто ни бирки, ничего нет. Какая хорошо. Разница? Классная находка. Да, давай попробуем найти вот, эту компанию. Да, да, компанию. И там, наверное, будет написано, описание. Что и как. Но супер-супер да. Находка. Уже радует. Вот это так находка. Я такое хотела. Но то, что мне нравилось, долларов 200 было. Себе хотела? Нам, для коляски. Я думал, персонально себе. И долларов 200, ну это супер да? Дорого, да. Угу. Ну да. А такой вариант меня тоже устраивает. Смотри, даже в люльку можно, видела? Тогда. В принципе. Да, такой вот конверт да, получается. Да, да. Ну здоровый конверт. Угу. Так, ну вот смотри, вот те материалы, какие ты хотела. Так, водонепроницаемые, отлично. Что внутри? Reverse side. Ну, пока ничего. Lovely shape, hair да. Color. Да, ну, интересно. Оно? И это типа как стирать, за ним ухаживать. Можно в машинке, да. Разных разные. Цветов. Хм. Ну, да. Ну, такой на ощупь вроде как там пух. Ладно. Друзья, $70, ух возможно, ты. И пух, вы знаете, супер, за такую цену. Супер, $70, отлично. Да. Отличная посылка нам попалась. За такую цену, минимально, это дорогого стоит, знаешь. Экономия у нас вообще. У нас за все время распаковка, у нас экономия уже, наверное, перевалила за десятки тысяч. Представляешь? Да. Это, ну, нигде ты так не сэкономишь. Ни в одном магазине, ни в одном. Ни в одном продуктовом, ни в одном одежном... Даже навряд ли на Алиэкспресс мы так сэкономим. Итак, смотрим, что у нас тут. Так, подожди, смотри. Да ладно. Что-то похожее. Да ладно, не может быть. Не знаю, смотрим. Не может, что, опять еще один такой же ковер? Ну, может, другой шейп? Типа размер? Квадратный? Не знаю. Ничего не написано. Друзья, все новое. Блин. Я не откажусь, потому что вот этот коврик я стираю часто. А я и не понял такой. Думаю, что ты там показываешь? Так, ой, как интересно. А ну. Побежали. Может, это вообще другое. Заводская складка, то есть это нулячи. Смотри. Да. Все, готово? Да. Так, другой, да? Размер. Другой. Ну и хорошо. О, дорожка. Опа. Ну блин, ну смотрите, как классно. Вот это неожиданно. И куда? О, видишь, как тот затерт? Этот да. Новый. Ну поэтому нам надо куча ковриков. Мы меняем, когда хотим, на какие захотим. В этом мы классно. Да. За такую цену можно смотри, себе позволить. Смотри, а вот этот уже можно на кухне. Будет сочетаться. Ну он не мягкий. Ну. Я думаю, его можно вот тут дорожкой поставить. Коридоре, нет? Ну, нет, сильно длинный. Ну, смотри, такой. Не? Ладно, сильно длинный. Ой, не знаю, надо будет думать. Я тоже сомневалась по поводу вот этого коврика. А знаешь, в итоге оставили. Нам еще таких три, и мы вот так выложим квадратом и круг посредине. И будет тебе, смотри, такой а-ля стиль, да. Стиль непонятный Антона. Да.
А может, сошьем их все вместе? Ладно, давай фотографирую, смотрим. Ой, что почем. Нам это тяжело было цены найти, кстати. Да. Может, тут бренд какой-то? Не, не бренда, ничего нет. Давайте попробуем, попробуем. Друзья, вроде как нашли. Может, оттенок отличается, да? Да, оттенок немного другой. Ну, в общем, смотрим. Применение, куда, что и как. Небольшая ворса. Вот ты классно, что он пылесосится будет. Классно. И стирается. И гладится еще прикол. Стирается. Оно как-то разглаживается. Оно само, немного, да? Мятое, да, после стирки, но само и разглаживается, да. Отличная находка. Может, сюда? Ну, вот, о, перед балконом? Да. Ну, да. У нас там тоже хороший коврик. Ну. Просто мы не задействуем. Типа там две двери задействуются, видишь? Ты заходишь через одну и вторую, а у нас только половинка, поэтому как бы оно... Ну, все равно. Маленький окно же большое у нас. Тоже. Да. Тоже окно. Ну, вот перед кроватью тапочки белые, видел? Да. Там белых тапочек у меня нет. Так, хорошо. Ну да, цена адекватная. $38 с учетом скидки было, да, 41. Неплохо для коврика вообще. Да, молодцы, и бесплатная доставка. Ну, так, продолжаем. Не задерживаемся, смотрим. Интересно, да? Ну. Две находки сразу. Классные, нужные, интересные. Вот так вот. Вот так вот в жизни бывает. Как пойдет удача, смотри, как, и все, и ну, погнал. Бывает, и погнал. Друзья, одинаковое нам что-то попадается. О. Нам тоже неинтересно. Ну, что попалось, то попалось. Да, вот именно. Так, вот как шторы. Вот что попалось, то попалось. Очередные шторы. Хорошо, что шторы разных цветов. Уже тоже, да, как бы. Ну, мы просто интересно продаем, тоже какие не подходят, то продаем, да, что нам их хранить. Так, ну я уже вижу приятный цвет, приятная, да, расцветка, да. Такой на какой-то ощупь приятная ткань. Вроде бы две штуки. Разворачивай. Я разворачиваю? Да. Разворачивайся. Так. Все? Ну, я уже вижу, ну, какой-то. Смотри, я вот даже интересный стану в оттенок с нашим ковриком, чтобы. Ой, упасть. Да, не может быть такого. Ой, ты смотри, как. Блин. Ух ты! Я думал, они одноцветные. Так, ну, вообще красота. Две, да. Две. Но они не blackout. Интересная расцветка. Красотища, но у нас нет таких, да, потолков. Смотри, она идет от белого, все оттенки серого. Да. 50 оттенков серого, люблю, да. Все, да, любят этот фильм, кто смотрел и понимает, о чем это, для чего шторы нужны, для чего они закрываются. Просто что, смотри. Ой, нам или если подрезать, мы просто отрежем 5 оттенков, да, серого сразу. Да. Нет, мне интересно, да, да, что, да, у нас будет тогда 45. Угу. Уже фильм не получится. Поэтому. Кстати, кто не смотрел, посмотрите. О чем Антон? Да, Антон, все о своем, все о своем. Ну, таком. Да классные шторы. Да? А есть там качество какое-то? Блин, да, ну вот жалко здесь просто. Так, 95 инчей в резать длину. Все интересное. 75 полистер, 25 район какой-то. Мне, да, нравится вот этот район. Район? Состав. Мне тоже этот район нравится. Отлично. Да, все. Классный оттенок штор. Не знаю. Не, будем продавать. Да? Ну, дизайнер постарался, создал такую красоту. Да, да, да. Мы будем это резать. Классно, когда идет, знаешь, на два этажа, там, допустим, повыше окна. Да, да, да. Не, да, знаю, мне, может, такие. Ой. Супер, все, фоткаем, смотрим цену. Итак, друзья, вроде как нашли. То ли мне не нравится картинка, мне нравится вживую, как выглядит. Выглядит. Ну, картинка темнее просто немного. Плюс краски, фотошоп какой-то там. Ну, а да, от белого до серого идет. Ну, вроде ткань, это часть совпадает, да, да. И складка вот, ну, совпадает. Ну, вроде как, да. Белый цвет. Да. Громит топ. Я не знаю, что такое громит топ. Градиент такой идет, возможно, да. Возможно. Так. Наш размер. Какой? 40, ну, он, на, да, 95? Да. $48 за две панели. За две панели. Ну, да, вроде. Да. Set of two, да? Да, две шторы, да. $48. Супер, что я такое сначала задумался, думал.
сколько у нас хорошая там, цена, да. Завышенная. Да? Так, все, да. Ой. Это посуда там. О, посуда рада. Посуда я рада. Так. Продолжаем. Так, осторожно, ты опять, а вдруг да? Какая-то накрылочка. А я то бывает слишком аккуратно, что не открывается, а то бывает прям, эх, как разогнался. Так, Да. Сегодня у нас классная распаковка. Ну, все для нас. Все такое домашнее, уютное. Так, кто не знает, это очередное постельное белье. Набор. Потому что оно идет, видишь, одно за одним. Но это какой вообще цвет? Запечатано. Серый. Ну да, тоже такие оттенки серого. Серый. Но смотри, шторы серые, ковер в серых оттенках. Постельный. Вообще-то людям не нравится этот цвет, ты знаешь. Ну, все хотят веселый, наверное, радугу тут поставить, чтобы весь дом был. Ну, у каждого свое. У нас спокойные тона. Да, такой умиротворенный. Да. Все ходят спокойные. Говорят медленно. Так, ладно, давайте шутки в сторону, продолжаем. Единственное, итак, что я вижу, что... 300? Угу. Типа на пару раз и все? Ну, посмотрим. Ну, я думаю, как смотря использовать. За $5 можно... Насколько скорости стирания просто не будет. Плотность нитки. Давай, открывай. Может, раз, два так, и а что входит в набор? Давай посмотрим. А в набор, ну, стандартно, квин. А куда? Подожди. Квин. Ну, на квин. Куда-куда? На постель. Нашу кровать, да. Так, флат щит, ну, типа простынь, потом нам на матрасник. В прошлый раз тоже. И две только наволочки. Только другой фирмы, вроде как. Да. Нет, та же самая, Калифорния дизайн. Ну, не, ну, другой набор был. Другой, 600 был, по-моему. Да, стоял. Или 700, да. Не знаю. Ладно, скрываем. Ну, я этому рады. Ой, ну полностью новенький. Да, или раскрывать. А я вот так сделаю, смотри. Оп. А ну, давай потрогаем. Будет отличаться на ощупь? Я думал, скажешь, давай пойдем попробуем, давай. Давай пойдем да. Попробуем. На ощупь. Посреди съемки. Вы знаете... Он тоненький, смотри, да, насколько вот хорошо да, просвечивается. Да, отличается. Мне кажется, на лето. Да. На лето. Да? Будет такой тоненький. Да. Может ну, быть, плотная ткань, все, но такой тоненькой. Угу. Ну вот. Да. Ой, ничего. Хорошая резинка. Я уже да, вижу, да. Head or foot. Угу. Да, отлично. Вот сразу значок, видишь, а то мы вечно ищем, где там вперед, а где зад в тех простынях. Нам один раз, а нет, два раза попадалось, использовала. Блин, на белье вообще столько в этом магазине можно сэкономить, я тебе скажу, когда да. Оно попадается. Но потому что так не проживешь. Ой, новым пахнет. Так не проживешь. Постельное белье по $100 покупать. Там в каждую, каждому в кровать по несколько как минимум. А тут... Да. Прелестно, просто прелестно. Ну, все, Ульяне под... мало попадается, правда, на ее ну, потому что у нее твин, это такое. Не ну, твин у нее. Да, елки-палки. Фул? Да. Ну, фул, это такая. Самое меньше, да, на Миюшке, в принципе, ее матрас более идет. Но и Мие скоро перейдет уже побольше. Так, давайте цену смотрим, что почем, как, зачем, где и почему. Друзья, тот же бренд, только плотность нитки отличается. 400, а у нас 300. Да, то есть, но... мне кажется, вышел уже из использования, потому что мы даже на официальном сайте посмотрели. У так. них начинается все от 400. Ну, я не думаю, что цена сильно будет отличаться. Цена будет отличаться, если там 300 и 700. Да. Да, а так... Хорошо. Смотрим все функции этого белья, то есть прохладное, как мы и сказали. Летом очень классно, да. Тоненькое, быстро стирающееся. Угу. Приятный цвет, светло-серый. Наш размер $80. $80, отлично. Хлопок. Отлично, вот эта экономия сегодня. Да, получается просто тонкая ткань. Тонкая все. Ткань, ну а что летом надо? Да. Тоненькая, еще простыночку так... Вечерком, да? А потом с утреца такой бриз легкий, прохладный ветерок, и ты так простыночка. Так... Хорошо. Давайте следующую коробку, не отходя от кассы. Скрываем, смотрим.
Давно. Это было давно. Но такая нам еще не попадалась. Ну? Золотая или что? Да, наверное. Настольная лампа. А тут черная. Ну да. Двухцветная. Интересно. Ладно, ты на что ставишь? На золотую или черную? Я сразу подумала про люстру, которая нам попадалась в прошлой распаковке. Золотая. Классно было в комнате сочетание цветов, материалов. Итак, ну что, на что ты поставила? Наверное, черная, да. Черная. Ой, смотри, какая маленькая. Прикол. Вот так, то прикол. О, тачи включение. Это я уже, да. Быстро ты, однако, быстро. Друзья, я не помню, показывали мы вам Ульянину комнату. Там тоже такая классная лампа. Но не вот здесь вот. Да, она такая. Ой, большая, вообще супер. Черная. Так, а вот это что? Я уже знаю, куда она пойдет. Куда? Ко мне. Да? Возле моей стороны. Ну смотри, классно, удобненькая. Так. Маленькая, металл, устойчивая, друзья, то есть она тяжелая. Не пластик. Так, хорошо. Портов нам попалось тоже уже много, так что мы можем подключать смело, заряжать. Ну, удобно, да? Удобно, удобно, да. Или в бейсмент, смотри, можно яркость. О, отлично. Или в бейсмент возле нашего дивана, тоже там, в принципе, когда читать, чтобы свет вообще не включать. Да. Быстренько раз. Мне нравится вот этот. Чик, по-быстрому. Да? Все, включилось. Да. Хорошо, фотографируем, смотрим цену. Друзья, а цена? Цена вас удивит. А ну. $100. Вау. $100. Ну вот это да. Вот бывает это да, смотри, сколько цветов. Да. Но она действительно очень хорошая, качественная. Но она маленькая. Но из-за того, что она rechargeable идет, то есть ее заряжать можно. Из-за этого ее ценность сразу повысилась. Она не из розетки идет, она мобильная. То есть ты, в принципе, стал такой... Что? Ну, раньше типа с фонарем ходили по лестнице, а тут я такой ночью. Да? Да. С лестницы. Чтоб свет не включать общий. Такой поставил себе, пошел дальше. Че, классно. Типа а-ля свечки, знаешь, такой? Да. Мобильный. Да, цена, конечно, дает. Да, $100. Металл, встроена батарея. Еще какие у нее там качества. Ну, у нее батарея, в принципе, более-менее 5200. Можно даже использовать на улице. Надолго хватит. Да. Точно. Тоже вышел на улицу в 3 часа ночи, поесть захотел. В холодильник. Нет, создать, может, какой-то романтический ужин. Вечером. Ну, да, да, да. Так, все, давайте. Цену посмотрели, рассказали. Применение тоже. Классно. Истории, фантазии и все такое. Дальше зрители наши додумают сами, кому что и куда. В принципе, представить можно. И очередной что? Очередной какой-то девайс. Это маленький пылесос. Мини-пылесос. Ой, посмотри, там уже коробка разваливается. Да. Ее, наверное, возвратили. А сейчас посмотрим. Да. Нам попадалось. Так, вроде в чехле, а что тут туда вышло? Странно. Нам попадался мой... А, не чехол, это чехол просто. Самый первый мы купили, потом нам попался. Это вот уже именно, второй. Блин. И все разные. Кто ж знал. Так, итого у нас фильтр есть. Кисточка чистить есть. Фильтр там или что там еще. Потом... пылесосик. В общем, насадки. Вот этот маленький пылесос, что мы, да, на прошлый раз упался, он-то делается большой, превращается, да, типа пылесосик. Точно, да. Вот запасной фильтр, но этот-то чистый, вроде бы, не использованный. А ну, достанем. А как его еще достать оттуда? Тот, что у нас есть, мы покупали в Костко, да, вроде? Он быстро разряжается. Ой, он вообще... Но он хороший, мощный, чего? Да раз, два и все, и разрядился. О, все. Нет, чистый, смотри. Отлично. Не пылесосили ничего. Хозяйственные находки у нас, как всегда. О, да. Так, осталось включить и посмотреть, работает или нет. Ну, вроде бы заводская скрутка. Ну, все, да. Он чисто машинный, мы не проверим. Это чисто, видишь, машинный. Тогда у машины оно и будет, да? Да. В гараже. Твоей машине. Да, я так, спасибо, я так понял.
Да, а тот мы куда дели? Один продали? Лежит еще. Нет, лежит? Мы не продавали ничего. Ну и насадочки. Все. Определили. Да, чисто... Чисто тебе машина. Ну, я думаю, он рабочий, он новый. Классно, что большой шнур, длинный. Да. Очень. По всей машине пройдет. Хорошо. И даже до багажника достанет. Угу. Ну, специально, да, сделано. Все, хорошо. This works. Ну, все, тогда смотрим. Ого, какие... Сколько продаж. Да, какие ого. Какие отзывы, да? Для такого. Ну, наверное, хорошие. Ну... Для, чисто для машины, чисто да. для машины. 16 футов этот провод, угу. шнур, ну, как бы уже хорошо. Главное, чтобы его функция всасывания да. была, в принципе, хорошей. Потому что можно, знаешь, так пылесосить целый час, пока там три песчинки тех. Цена хорошая, ну, 47 да. долларов, да, не завышенная. Для маленького, да, суперски. Так, давайте... Следующую тогда. Ну, тут у нас все понятно. А мне вот непонятно. Ну, в смысле, это столик для лекторов читать лекцию. Видишь, ты вложишь что-то. На секунду я подумала, что это правда. Не знаю, Антон взял эту коробочку. Ну, накинулся на нее. Посмотрим, что он тут взял. Так, достаем. Тренога. Угу. По идее, должна быть интересная штука. Так, еще. Тебе? Да, собирать. Собирать мне интересно. Тут утяжелитель. Нет, наверное. Это чехол. Какой? Или утяжелитель. Чехол. Да, скорее всего. Тут ты даешь. Вот ты даешь. Ну какой чехол? Да, 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 да. Утяжелитель. Так, куча деталек. Ну, вроде все новое, да? Вроде как. Так, значит, что это? Это стенд для проектора. Такого значит, штука. Нам попался ткань. Ткань. С да. со всем необходимым. Да, но у нас нету, допустим, проектора, если купить. У нас нет самого проектора. Да. Проектора нет, но мы ждем. Вот, ждем. Видите? Уже по частям вот все потихонечку набирается. То есть ткань отлично. Мы, допустим, повесим, да? Но проектор у нас тут, нам придется что-то мастерить, чтобы поставить так его. Так на или... улице. Ну, я времени. Например говорю. Ага, да. А вот эта штука да. уже будет да. по высоте можем регулировать. Или в бейсменте. Да. Удобно. Как ну, так, кинотеатр такой, да, такой. Кинотеатр. Ради такого класс. Кинотеатра. Но оно должно так, ты поставил и все, и меньше ну, его да. туда-сюда тягать. Хорошо. Так, ну, я тогда попытаюсь его собрать. Здесь он целый. Здесь все есть. Так. Попытаюсь собрать. Ой. И посмотрим, что там. Что, из чего он выглядит, из чего он сделан. Смотри, а знаешь, что можно? Противень сразу. Пожарил. А потом выставил и фильм смотришь. То есть видишь, угу. мультифункциональная штука. Точно. Да. Все, пошел я собирать. Я думала, скажешь жарить. Потом собирать. На Амазоне регулируется высота, да? Да, в принципе. Ну, я думаю, выдерживает хороший надо. Вес. О, да, целую гантелю. Ага, вот эти штучки, страпы, я думаю, для чего не надо? Ну, чтобы прикручивать, держать сам проектор. Уклон, наверное, да? Ну, уклон ты можешь регулировать, да. Хорошо. Не скользящая штучка, телефон смотрите, ставить. Даже, да. да. А мы показывали в собранном виде? Нет, вот он. Ну и я вот тут вот читаю лекцию так вот. Да, о. Буду тренироваться, да? Передача. Будешь вести серьезную точно. Передачу. Вот тут вот прям. Да. Вот так стало. Господи. Итак, смотрите. Друзья, очередная коробка. Осталось у нас две, поэтому... Попрошу вас набраться терпения, досмотреть это видео до конца, посмотреть, что же в этих коробках, что же интересное на сегодня попадется в нашем мире потерянных посылок с Амазона. Все, всем спасибо. А еще, друзья, мы тут подумали, что нам будет дешевле купить проектор вот этот, чем телевизор в бейсмент. Чем телевизор, ну, в принципе. Все есть для надо этого. Продумать, да. Ну, сейчас, да, на данный момент, но... Да, ты права. Хорошо. Смотрим.
прорезано, смотри, или ого, лопнуто. Наверное. Что-то там так. Так. Они что же в посылках бывает? Кто прорежет, кто посмотрит, кто разорвет. Так, итого. Ой, ты что-то хоть что-то запечатанное уже хорошо. А нам что-то такое попадалось, не? Или это другое? Да. 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 То же самое. И цвет, да, вроде? Ну, я уже не помню, что там было. Серый. Мы его продали? Да. Да? Видишь? Видишь, как? Сколько всего для животных попадается. Так, смотрим. Ну да. Ну, хорошо, я сейчас соберу, мы ее так и оставим в собранном виде. Ну, вот вам мини-квартира для домашних питомцев. То есть все есть. С четырех сторон. Много места, много воздуха. Да, это хорошо. Мягенькая подстилочка. Уютно. Не то слово. Да. Уютно. Я думаю, домашние питомцы будут рады таким штучкам. Целая квартира. Да, ну это же переноска, как бы, в принципе. Ты можешь даже тут, вон, видишь, на чемодан, угу, так на плече носить, в руках носить, быстренько кинуть на переднее сиденье, заднее. Ну, все интересно, да. Да, на Амазоне все, хорошие отзывы, много продаж. Цена дорого тоже, $80. Но ого, это действительно такой лакшерный стиль. Ну, лакшерный, да, вариант, да? Да-да-да. Ну, в основном, видишь, кошечки, маленькие собачки. То есть... На природу с собой брать. Да. Куда-то. Классно. Повезло, повезло этим кому-то питомцам. Да. Где мама? Где мама? Где мама? Где мама? Где? Радость ты наша. А где мама? Привет. Мама тут. Друзья, вспомнили, забыли показать вам цену на такой вот стенд. Наши размеры какие? Вот эти первые? Да, да. $56. 56. Супер, представляешь? Да. Привет, привет, родная. Так, ну так, все, смотри, последняя мишки. Коробочка. Последняя коробка большая, видишь? И что-то оп, габаритное. Да, что-то габаритное, что-то большое. Ты как думаешь, что это? Mm. Да, mm, интересное? Mm. Что-то интересное, правильно? Так. Все, что там? Ого, ванна, ванна. Ну. Миска какая-то большая. Ванна это. Стирать, знаешь, раньше специально, да, такие, да, миски, да, покупали. Нет, удобные. Это для животных, это туалет. Покажи. Там пишут, да? Да, прикол. Ага, так он, значит, выглядит. Понятно. Такие, все для животных. Нам все попадалось для животных, а тут такие, так. И вот туалет. Там еще совок, да? Да, лопатка. Так, но я не хочу его вскрывать. Не надо, не трогай, сейчас порвется. Зачем? Зачем он порвется? Смотри, оп. Что посмотри на совочек, видели? Смотри, лопаточка, да? Вот так лопаточка. Вот. Какашки делать эти, скажи, пасочки. Папа, ну что ты такое говоришь? Цвет прикольный, все, большой. Да, наверное, вот именно огромный. Собаки, ну, то есть ты с дома. Или кота, я не знаю. С дома того лакшерного вышел. У тебя тут свой такой бассейн, а-ля туалет. Ну что ж, бывает и такое, попадается. Это тоже нужная штука, потому что, да, здесь животные ходят в туалеты, за собой люди убирают, за собой. После животных люди убирают, специально есть пакетики, по городу тоже это все разложено. В подъездах, в домах тоже есть, ну, люди покупают в такие дома. И берут, потом все это собирают и выкидывают. Поэтому давайте плавненько перейдем к цене. Так, и добро такое стоит $41. Но шиппинг 35. 35? Антон, 35, вот то прикол. Да. Ну как так? В общем, да, те же размеры, все, цвет. Сколько еще раз? Ну смотри, 41 40? Плюс, да, 35, 50. Блин, ну вообще. Ну, видимо, грабеж из-за габаритов, да, 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 берут, да, да, шиппинг. Да, да. Хорошо, $76. Подведем быстренько итоги. Миюша, это не тебе. Да, песочница. Не папа сделает сейчас.
Можно песочницу маленькую сделать и все. Ну, и давай все использовать по назначению. Да, ладно, все, подводим итоги и выгоду на сегодня. Куда? Куда? Все? Ты поехала? Ну что, друзья, подведем быстренько итоги нашей распаковки. Как обычно, все классное, применимое, мы очень довольны. Рада, что попался нам такой вот конверт на зиму. Бывает, куртка хорошая, да, допустим, но вот этот мех вообще, ну, да, портит весь вид. А у нас такой вот мех вроде как симпатичный. Что красиво, приятно будет мне кому-то такое продать за недорого. Постельно оставляем мы себе, хорошее качество. Почему нет, да? Я знаю, кому мы лампу оставим. Кому, да. Миюша. Она уже знает, как выключать. Такой вот девайс пойдет мне в машину. Хорошая находка. Будем продавать. Да, все товары для животных, которые нам попадаются, будем продавать. Да, оставляешь себе, да? Нам. Нам? Нам. Не, оставим, да. Вещать будешь. Все-таки да? Проектор передачи надо... Передачи серьезные. Да. Все-таки проектор надо попробовать. Опыт пройти через это тяжеленькое, смотри аккуратно. Миюша, ты позже, ну, родная. Я сговорил, кому оставим. Старательная девочка. Так, и люстра. Да, вот та люстра, раз, конечно, два, под три, вопросом. 4, 5, 6, 7, 8, 9. А где 10-й товар? Да все вроде бы. Или я обсчиталась? Да. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ну. Такие, считаем тут товары. 9. Где 10-й? 10 коробок, где 10-й? Вот, да. Вот. Ковер 10-й. Забыли. Ой, да. Где 10-й товар? Коробки пересчитываем. Цены, смотрю по ценам. Же 10 товаров было. Где? А мы тут. Ой, это минешек. Ой, да. На ручки пойдешь, спаси. Давай. Ну все, значит, сумма получила $644, $594 выгода, как всегда, да? Да, как всегда, все классно, отлично и разнообразно. Очень-очень выгодно, вообще выгодно, супер, ну нигде мы так не возьмем за такие цены. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Оставайтесь счастливы вместе с нами. И всем пока-пока. Всем пока.